Здравствуйте, с обзором новостей спорта познакомлю вас я, Роман Полинсков. В эти выходные хоккейная сборная Казанского федерального университета провела две достаточно важные игры в чемпионате студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. Первая встреча была против принципиального соперника авиационного института. В данном матче игра шла в одни ворота. Первый период 2-0, во втором уже 4-0, и в последнем третьем периоде счет остановился на отметке 6-0 в пользу Казанского федерального. Во второй игре КФУ играл против Энергоуниверситета. Данная встреча завершилась со счетом 9-5. В спортивном комплексе «Буревестник» состоялся очередной матч в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди женских команд. На площадке встречались сборные КФУ и Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. В первой партии преимущество было на стороне федерального университета, но благодаря отработанным блокам и подачам Поволжская академия взяла инициативу в свои руки и довела счет первой партии до победного. Во второй и третьей партии все уже шло по сценарию Поволжской академии. В последний момент были шансы увести игру в дополнительные партии, но, увы, 3-0 – окончательный счет в матче, победа Поволжской академии спорта и туризма. В том же самом «Буревестнике», но уже в бассейне, проходила спартакиада вузов Республики Татарстан по плаванию. Участие в нем приняли 16 вузов республики, которые были поделены на две группы – большие вузы и малые. Соревнования проходили в четырех плавательных стилях дистанции 50 и 100 метров. По итогам двух соревновательных дней в первой группе большие вузы «Золото» у Поволжской академии, «Серебро» у Казанского государственного архитектурно-строительного университета, «Бронза» у спортсменов из Казанского федерального университета. В малой группе первое место занял Казанский инновационный университет, второе – за институтом управления ТИСБИ, «Бронза» у Казанского юридического института МВД. В воскресенье состоялся один из самых престижнейших турниров КФУ – Кубок университета по мини-футболу. По итогам игр определились четверка сильнейших команд, которые и разыграют между собой право сыграть в финале турнира. Стоит отметить, что практически все игры были достаточно напряженными, и чаша весов могла склониться в любую сторону. Не обошлось и без сюрпризов. Для всех стало большой неожиданностью поражение Института управления экономики и финансов в матче против Химического института 1-0. В итоге в полуфиналах встретятся Институт социально-философских наук против юридического факультета и Институт международных отношений истории и востоковедения против Института физики. Ну и на этом все новости. Подробнее о каждом мероприятии смотри уже в программе «Неделя спорта». С вами был Роман Полинсков. Удачи и хорошего настроения вам!